Анфей, я частенько боялся пробудиться ото сна. Обнаружив все наши отношения, только лишь мечты. Блин, правда вернулся через 3 месяца. Анфей попадет в аварию. На сей раз не веришь, что невозможно изменить. Перестань ходить по пятам, не сомневайся, побью. Анфей! Приближаясь к тому дню. Какую ты тайну скрывал, Анфей? Бан Чжу Юй никогда не намеревался зачуланиться. Трудновато увидеться с твоей подругой. Зачем? Каким-то местом тебя касается? Она твоя девушка! Пусть мимо пройдет. Бан Чжу Юй чересчур эгоистичен и вообще равнодушный! Неминуемое шло своим чередом. Эй! В будущем держись подальше от Анфей, таким образом я в безопасности потерял мои глаза доверия из-за тебя! Извиняюсь! Как ни крути, добился продолжения ее жизни. Анфей постоянно твердил никогда не забывать, способным пронести во времени благоденствие. Следовательно, вернулся превосходно раскрасить. Моя девушка-ёжик с 22 апреля.